Привет. Здравствуйте. Сегодня мы приехали в Старомихайловку, друзья. Ну, Гриша Кузнец, псевдоним такой, из Подмосковья. Друзья прислали нам посылочку вот для молодой мамочки, которая родила. Тут все. Открыли посылочку. Все есть, все необходимое для девушки, которая... Это сколько твоему малышу? 3 месяца почти уже. 3 месяца. Вот, хорошо. Теперь благодаря вот поддержке людей с России, да, немножко и вам большое. Будет хорошо. Спасибо огромное вам.